Заведующему нейрохирургическим отделением Республиканской клинической больницы Александру Кротову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Эту награду он получил из рук полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Александр Васильевич в медицине уже 40 лет. Он выполняет самые сложные операции в нейрохирургическом отделении РКБ. Кстати, количество операций по этому профилю в республиканской больнице возросло до 500 в год.